Проезд маршрутных такси так и решено поднять. В областном управлении по тарифам сообщили, с 23 марта стоимость поездки увеличится до 15 рублей в дневное время. Напомним, что эпопея с необходимостью роста тарифов тянется еще с конца прошлого года. Частные перевозчики были единодушны, называя нынешние цены неадекватными. Они не раз направляли в областное управление по тарифам обращения, в которых доказывали, что стоимость разовой поездки должна составлять 18 рублей. Стоимость проезда 15 рублей экономически обоснована. И таким образом с 23 марта у жителей нашего города будет право выбора между муниципальным транспортом, где проезд за одну поездку так и останется 12 рублей, и коммерческим. Разделения же на дневной и вечерний тарифы с 23 марта не будет.